Это одна из редких фотографий, где семья Оруджевых в полном составе. Будучи командиром воинской части, полковником азербайджанской армии, домой Рагуф приезжал нечасто. Родина для военного была превыше всего. Он служил на передовой линии армяно-азербайджанского фронта. За время своей службы показал себя с исключительной стороны. Рагуф Оруджев был профессионалом. С поля боя всегда возвращался с победой. И как истинный разведчик, он никогда не раскрывал секретов даже своей семье. Погиб отважный полковник во время боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта 4 апреля 2016 года. Он служил в таких частях, где ситуация почти всегда была критической, и потому он просто не мог оставить своих солдат. Когда начались апрельские события, мы не смогли с ним связаться. Потом, когда все же дозвонились ночью, он сказал, что все хорошо. Даже по тону его голоса я не смогла понять, что он отправился на смерть. Все случилось в эту же ночь, в половине 6 утра. Я не знала, его отвезли в госпиталь в Гянджу. Хорошо, что он не остался в руках армян. И вот там, в госпитале, его опознали. Местные жители его узнали, многие были с ним хорошо знакомы. Сыновьям Рагуфа Оруджева 16 и 10 лет. Воспоминаний об отце у них не так много. Слишком мало времени удалось провести вместе. Лучше всего о нем могут рассказать его сослуживцы и солдаты. В основном их он воспитал и вырастил как своих сыновей. Мы, можно сказать, даже месяц с ним вместе не провели. Вот он приезжал в отпуск и как будто бы и не приезжал. Все его мысли были только там, на линии фронта. Из 15 дней отпуска только 4-5 он проводил с нами. У него не хватало терпения, он скучал по своим настоящим детям, солдатам. Последний раз Рагуф Оруджев приезжал домой на праздник Новрус, но даже тогда он не смог остаться подольше. Мы знали, что каждый его шаг может стать последним. Он никогда не оставался позади, всегда шел впереди своих сослуживцев. Поэтому каждый раз, когда он переступал порог дома, для нас это была большая радость. И мы никогда не представляли, даже в голову не приходила мысль, что он может попасть под армянскую пулю. Конечно, я очень горжусь своим отцом. Каждый из пришедших на похороны переживал вместе с нами. Для нас это очень тяжелая потеря. Нам очень больно. Но я как сын должен с этим справиться. Пережить это. Большая честь и гордость, что мой отец похоронен как шахид. Человек, боровшийся за территориальную целостность своей родины. Его провожали в последний путь братья, друзья и сослуживцы. Мой муж совсем молодым остался без матери. Она стала жертвой армянской агрессии, когда в результате армянских нападений были убиты его мать и другие родственники. Моему мужу было 20 лет. Он был старшим. Их было 5 детей, самому младшему было 10. Судьба так сложилась, что и мои дети теперь это переживают. Они остались без отца. Армянская сущность очевидна. 20 лет назад они убили мать Рагуфа, а теперь убили ее сына. Такое никогда не прощают. Я не прощу армян никогда. Я требую их наказания. Каждый вечер 10-летний Нихат вместе с матерью приходит к могиле отца, гибель которого мальчик пока до конца не осознал. Ему кажется, что, как и раньше, вдруг, нежданно, папа, пусть и ненадолго, но все же переступит порог дома. Отам келмişti, нетер. Один раз папа приехал, отвел меня в развлекательный центр. Потом опять уехал. Папа всегда покупал мне игрушки, больше всего машинки. Он всегда говорил учись хорошо. Иногда звонил учителю узнать, как я учусь. Я старался хорошо учиться. Когда он с нами беседовал, всегда говорил только об учебе. Он, как каждый отец, хотел, чтобы мы получили высшее образование. Самой большой мечтой Рагуфа Оруджева, по словам его близких, было освобождение его родного края, города Агдама, оккупированного армянскими вооруженными силами. Продолжить дело отца собирается его младший сын Нихат. Говорит, что обязательно станет солдатом. Похоронен Рагуф Оруджев в городе Сумгаит, на аллее павших за территориальную целостность страны. Слева и справа от его могилы похоронены два его солдата – Мурат Мамедов и Гусейн Абдинов, также погибшие при защите родины. Мехрибан Касумова, Руслан Джафаров, CBC.